что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Скритор, и это уже 83-й выпуск моего русского города в Майнкрафте. Ну что же, на канале уже набралось 25 тысяч подписчиков, и я, ребят, конечно же, этому очень рад, и, ребят, спасибо, кто подписывается, смотрит мои видео. И, ребят, давайте наберем побольше лайков на этом выпуске в честь 25 тысяч подписчиков, и, ребят, давайте хотя бы больше 100 лайков наберем, пожалуйста. И вот, ребят, давайте посмотрим сегодняшнее обновление. Вот, хочу сказать то, что в нашем городе уже проживает 1500 жителей, то есть 1500 уже набралось. Вот, кстати, в два раза больше стало за этот выпуск. Ну и что ж, давайте посмотрим, конечно же, обновление. Вот, я скидал в скрины в группу этой постройки, и там много написало людей то, что это якобы таверна, какой-то магазин и так далее. Но некоторые писали, что это библиотека, и они были чертовски правды. Право, точнее. Вот, это библиотека у нас на сегодняшний выпуск получилась. Такая вот у нас странная получилась. Как будто какая-то такая старинная, старинный стиль тут используется. Давайте ее облетим. В принципе, она одинаковая повсюду. Вот, ну я тут флажки поставил также. Также у нас тут такие вот старые блоки типа используются. Ну, типа библиотека очень старая. Вот, написано библиотека. Заходим внутрь. У нас тут она получилась довольно-таки большая, темная. Ну и, в принципе, как и полагается, старые библиотеки. Они темные такие, большие. Вот, что у нас имеется тот человек, который выдает книги, то есть на прокате такое, ну или продает, какая разница. В принципе, у нас тут много очень книг, как видите, получилось, то есть тут реально, можно сказать, вся информация, даже библиотека больше, чем в столице, то есть в Калининграде. Так что, ребята, некоторые жители из Калининграда могут сюда ехать ради библиотеки, да, есть зачем сюда ехать. В общем, такая у нас библиотека получилась, тут такие, ну, темные переулки, можно так сказать. Ну, допустим, человек просто берет факел с собой. Вот, ему выдают факел, и он берет, и с этим факелом входит в библиотеке. Вот. Так, ребят, ну, в принципе, такая у нас библиотека, такая от люстра имеется. Ну, и с библиотекой мы, в принципе, закончили, такая у нас библиотека получилась. Также я тут продлил улицу. Вот, добавил девятиэтажку, добавил пятиэтажку и добавил ту девятиэтажку, такую же. Вот, ну и детский садик. В принципе, жилых зданий нового ничего нету. Вот я добавил тут двор, как видите, вот полноценный двор появился, деревья, все такое, детский садик. В общем-то, все по стандарту. Вот, проспект Феликса я тоже пролил, в принципе, вот тут фонари успел поставить. Ну и, в принципе, как видите, я тоже тут пролил землю, тут я тоже буду проливать. Ну и такие вот у нас обновления получились, довольно-таки, ну, средние по размеру. Ну и что ж, спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока!